Здравствуйте, с вами Лилия Дроздова, и сегодня мы с вами займемся производством мебели. Когда очень не хватает мест для хранения и очумелые ручки, то сам начинаешь делать вот такие всякие штучки. Сейчас покажу, что это будет. Берем торцовочную ленту. Отмеряем необходимый размер. Прикладываем к торцу ДСП утюг и гладим. А я пока немного поясню, откуда взялись эти досочки. Я нарисовала чертеж шкафчика, который мне нужен был, в ширину, в высоту, в длину, описала все размеры. С учетом толщины ДСП 16 мм высчитала точные размеры боковин, полочек, донышка и крышки. Разложила детали на листе. Лист ДСП имеет тоже определенные размеры. И вуаля, пошла в Максидом, где мне напилили эти досочки. И теперь мы их приводим, так сказать, в благородный вид. Обклеиваем торцовкой. Торцевая лента на клеевой основе, поэтому с помощью утюга мы ее приклеиваем к ДСП. И даем обязательно остынуть. Как я уже сказала ранее, толщина ДСП 16 мм, а ширина торцовочной ленты 19 мм. Поэтому после приклеивания мы излишки срезаем аккуратно. Места срезов зашлифовываем самой мелкой шкуркой. Итак, я закончила торцевать детали. И вот у меня столько серпантина. На донышке размечаем и закрепляем колесики. Здесь, конечно, мне потребовалась мужская сила. Далее мы соединили между собой полочки и боковинки и соединили с донышком. Получилась вот такая конструкция. Переворачиваем и крепим верхнюю крышку. Вот такие получились замечательные тумбочки с полками. Шурупчики заклеиваем специальными заглушками. Собираем коробочки, купленные в Икее. Коробочки для хранения различных принадлежностей, ниток, ножниц и остатков тканей. Вот так вот они быстро собираются. У меня запланировано много коробочек на все полочки, чтобы получилось пока вот так. А вот мой стол, книжка, сделаны аналогичным способом. И вот эти тумбочки как раз встают под стол. Замечательные места хранения швейных принадлежностей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Желаю вам творческих успехов. До скорых встреч!